Ребят, всем привет. Короче, поступила такая инсайдерская у нас информация по своим источникам, что ездит у нас по городу Минску человек на голубом Kia Cerato 2013 года и пытается его прям по-быстренькому продать. Причем я нашел ссылку на объявление на BVBuy, эта машина там от июля месяца еще продается. Она стоила около 10 тысяч долларов, сегодня она уже стоит в объявлении за 8. И почему хочет продать? Потому что машина в залоге. И еще и там залог такой интересный. Она в залоге в двух банках по базам. Вот сейчас будем человеку звонить, спросить. Вообще даст ли он код? Не даст. Знает он, не знает. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый. По машине звоню, продаете? Продаю. А есть какие-то проблемы по машине? Нету? Что именно вас интересует? Какие проблемы именно вас интересуют? Технические, кузовные. Так, короче, по кузову говорю сразу. Крашена там дверка. Вот, дверка крашена. То есть она, в принципе, в хорошем состоянии по кузову. Угу. То есть, вот, крашена дверка. А что там у нее еще? Вот, с переходом на крыло. А что красили ее? Ну, посередине дверки есть чуть-чуть шлаклевки. Угу. Притертость была. А вы не новый ее покупали? Нет, я ее покупал бэушно, конечно. Я пригонял. То есть я покупал ее у знакомого в городе Йошкар-Ола. Я туда поехал. Приехал, у нас не та с учета была уже на паспортные данные, и все. Я приехал, она на транзитах, я ее забрал и поехал. А как она могла быть не та с учета без вас? Вот так. Есть у людей возможность как-то снимать с учета. Прикольно. Но я понял, Cerato просто же у нас не продавались, и я вот по этому и звоню спросить, что там по юридической чистоте у нее. Ну, у меня она, я пригнал ее, мы ее поставили на учет. Год назад она приехала, 5 января, мы ее поставили на учет. Прошло полгода, мы по ней поездили, мы приехали и сняли ее с учета. И все, она поставилась на учет и снялась с учета. Ну, в техпаспорте вы записаны? Ну, в техпаспорте записан мой Шурин. Ваш Шурин? Да, ну она куплена за мои деньги, просто оформлена на Шурина. Я понял, я просто машины по счет справки не покупаю, только через договор. Это возможно? Конечно. То есть Шурин приедет без проблем? Ну, он со мной, мы сегодня вот ездили. Так он здесь, это я езжу, я занимаюсь грузоперевозками. И вот я езжу на Москву, Минск, Москва, Москва, Минск. Он сейчас дома. Там же написано, мы покупаем вторую машину. Да, я понял. Хорошо, а могу вас попросить ВИН-код машины мне дать? ВИН-код машины? Да. Конечно, можно. А как вы тогда мне его скинете или продиктуете? Ой, давайте я вам продиктую. Сейчас я открою, где-то вот он есть. Только какой он из них? Тот, который на... Техпаспорт. Тот, который на X. На X. Давайте я вам скажу на X. Сейчас это у меня. А, у меня проблемы. Секунду. На X. На X. XW. X. XW. EFX. EFX. 411. 411. АД 4-0 8-8-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все правильно. Ну, вот Андрей вас, да, зовут? Это машина на BVBuy. Она стоит почему-то за 9 950, но было выставлено в продажу 9 июля, и возможно человек просто объявление не снял. Так все и осталось. Но цена на машину сегодня совсем другая. То есть вот это точно эта машина, транзит ее. Вот она сегодня продается на WebBuy. Вот они, эти же транзиты, их видно, 61,95. Но цена у нее 8 тысяч долларов. Вот. Очень-очень-очень плохо продается. Возможно, даже скорее всего,
Это и не перекуп, реально человек купил машину, не знаю, знал он об этом, не знал про эти все залоги. Ну, сейчас вот покажу, что вообще по машине видно, и позвоним еще раз ему, скажем. Вот, в принципе, ВИН-код машины. Машины два залога. Но вот этот вот первый на Райффайзенбанк, у него уже истек срок действия, и повторного я не видел, чтобы возобновляли. Вот этот до сих пор еще текущий, до начала 2019 года. И я еще сомневался, думал, может быть, как-то что-то там. Но вот запомните, Норвик Банк. Сейчас покажу дальше, где мы его увидим. Вот у нас, собственно, продавец автомобиля Игорь Викторович. Смотрим дальше. По пробегу, кстати, плюс-минус сходится. 96 тысяч у него был зафиксирован на 2017 год. Производились ремонты. Кузовные ремонты там были небольшие. Вот эта машина. Вот самое важное, когда пробиваете машину, если видите вот такие вот действия, это первый звоночек к тому, что у автомобиля есть какие-то залоги, ограничения, и вот именно когда вот с кредитными вот этими всеми историями так делают, то чтобы вот это все заместить, все следы, то машину переоформляют на несколько вешалок подряд, видите, то есть с интервалом. Вот, интервал 0,8-10, 2 месяца, 1 месяц, полмесяца, ну тут почти тут 3 недели повладел человек, 26-12, и 26-12 она уезжает, физическое лицо снятие с учета в связи с убытием за пределы Российской Федерации. И вот машина уезжает из России в Беларусь. То есть вот эти вот 3 перепродажи, вот это уже четвертая была, 3 перепродажи это для того, чтобы очистить машину, так сказать, от того, что якобы она в залоге, что через несколько людей прошла, чтобы потом не было, ну, было намного сложнее найти хвосты. Среднерыночная стоимость 800 тысяч, ну, многовато написано. Что тут было еще интересное? Классно, я нашел. Вот, в принципе, количество ограничений. На машину наложены ограничения на регистрационные действия, но на сегодняшний день эти ограничения, они в основном действуют не на машину, а на владельца. И как бы вот эти вот все ограничения, я вам сейчас покажу, они дальше есть, что, как и почему. Но тут есть очень важная штука, то, что ограничения на машину или на владельца, это ладно, но вот есть вот такая... Смотрите, дата наложения ограничения 26.12, тогда, когда машина уезжала в Беларусь. Регион инициатора ограничения, Кировская область, основание ограничения, определение судьи Первомайского района по иску ПАО «Норвик Банк» к Метелеву И.В. «Норвик Банк», вот этот «Норвик Банк». То есть, по факту, сейчас есть иск вот этого банка в суд. И машина реально в залоге. Почему, конечно, это вот уже все дело почти год длится, и машина до сих пор спокойно ездит по Беларуси, тут я не знаю. Может, она и дальше будет ездить спокойно, но вы, покупая такой автомобиль, вряд ли бы, если бы знали, что у него вот такие вот есть истории, вряд ли бы захотели бы его купить. Залогодержатель, публичное акционерное общество, Норвик Банк. Так, всё. Так. Я же хотел показать, что у нас Метелев Игорь Викторович государству должен наложение ареста. 1 140 000 российских рублей должен. Это так, на минуточку, около 19 тысяч долларов. Вот сумма. Ну, тут налоги человек не платит. Вот у него столько проблем. И хрен знает, что с этой машиной может быть. Дальше, что у нас по автотеке? 5 владельцев, но это все 3 расчета кузовных работ. Там, в принципе, ничего серьезного не было. Боковина задняя, левая отремонтировать. Ну, то, что он, наверное, говорил, что окрашена дверь и подшпаклевана там с переходом на крыло. Ничего, в принципе, тут страшного нету. Лабаш замененный. Клей, крепление на ветровое стекло, смотрите, разделитель, ограничитель, ну, бампер задний отремонтировать, это все мелочи.
Больше тут, в принципе, ничего интересного. Так что, ну, сейчас будем звонить еще раз продавцу. Сейчас звоним продавцу. Еще раз. Алло, Андрей, здравствуйте еще раз. Да, добрый. Да, вот звонил вам по машине, вы мне ВИН-код диктовали. Скажите, а я вот дал товарищу проверить это все дело, а он мне говорит, что машина там в каких-то залогах. Сняли с учета у нас, в Беларуси. Ну, конечно, она же у меня год машина. Я понял, так она в России я в залоге, в банке. Да, на дороге, пускай она в залоге, в банке будет, что он делает. Ну, она же в России в залоге, не у меня. Я же ее не воровал, ничего. Она у меня куплена, честно. Я являюсь, ну, мы являемся честными правообладателями. Машина у меня год. За год у меня машину никто не забрал. Так я ж не говорю, никто что... Я ж не говорю, да, что... Нет, ну я говорю... И ее никто не, значит, ну, ее не заберет никто. У меня, допустим, никакой информации о том, что она у меня в залоге в банке там, я не владею никакой информацией. То есть вы об этом ничего не знали? Нет, конечно. Я приехал в ГАИ, поставил ее на учет. То есть, во-первых, я ее снял там, ну, как бы мне сняли с учета ее там. То есть, если как по правилам, если бы она была там какая-то залоговая кредитная там, то бы мне ее там не сняли, правильно? Ну, смотря какого числа ее в базу залоговую внесли. Ну, не знаю, но я ее снял. Она уехала из России, уехала 26.12.17, а залог на следующий день. На залог на следующий день был внесен. А поставлена на учет было? Ну, поставлена на учет, она же в Беларуси уже была. А, ну, значит, тот, кто мне ее продал, значит, они увели правильно. Ну, то есть они, значит, какой-то сделали еще. Это вот Метелев Игорь Викторович, это он продавал машину, нет? Нет, не он продавал машину. Не он. Нет, не он. То мне тут точно не он, не Метелевский. Я понял. Ну, в общем, вот написано, что банк, ну, Норвик банк. Короче, И я поэтому и хотел спросить, знали вы, не знали? Нет, я не знал, что она... Я лично не знал точно, что она в кредите, в залоге там каком-то. Потому что... Если бы, допустим, я поэтому ее спокойно продаю, и, во-первых, она у меня уже год, грубо говоря, скоро год. И мне ее поставили на учет, по прошествии полгода никаких ограничений на ней не было, и я ее спокойно снял с учета. Я понял. А что вот у вас... Уверен, что... А цена какая на машину? Вот там стоит 9... Ой, я говорю, там стоит... 799, да? Да, вот. А я еще просто на АБВ нашел 9950. Ну, она сказала, да, там у меня стоит 9950, поэтому я ее сегодня понизил, потому что, ну, мне, я говорю, я объясняю, машина продает, потому что я покупаю грузовой автомобиль. Грузовой автомобиль мне приедет 13 декабря. 13 декабря. Вот. Поэтому мне позвонили, сказали, все, мы вам продаем машину. 13 декабря. Вот хорошо, хорошо. Если, допустим, я вот это все там залоги российские, там на них можно закрыть глаза, а, ну, раз вы говорите, что ничего не будет... Ну, я вот не еду. Ну, я понял, хорошо. Сможем мы с вами составить как-то договор так, что если вдруг у меня машину эту заберут, то вы мне деньги вернете, сами будете с этим разбираться? Так я посмотрел в ГАИ уже тоже. А что в ГАИ? Ну, на машину наложено ограничение регистрационных действий. В нашем? Нет, при чем тут наше? Наше в на... Вы же ее сняли с учета, она на транзитах. Ну, так понятно, но все равно же, если на транзитах, а техпаспорт же есть, данные же машины есть в нашем ГАИ. Ну, так... Если на нашем ГАИ, как регистрационные... Да, ну, как регистрационные... А наши ГАИ не может знать, что машина в залоге в российском банке, что на нее в России наложено ограничение. Они этого не проверяют и знать не могут. Но если вот я сейчас вижу по той информации, что у меня есть по машине, что я вам сейчас скажу число даже. Так, дата наложения ограничения 26.12.2017. Кировская область, судебные органы, определение судьи Первомайского района города Кирова по иску Норвик Банк. То есть банк подал иск,
чтобы вернуть свой залог. Год назад почти. То есть, получается, мы ее купили. Да. И куда-то пропал. Не надо. Алло. Алло. А я говорю, то есть мы ее купили. Да. А после этого на нее наложили ограничения. После того, все верно, купили. Да, да. Ну ладно, сейчас я. Интересно мне этот момент. Ну я, видите, я спокойно на нее езжу и. Я думал, что у нас, когда вот приезжаешь, как я консультировался, знал, что приезжаешь, ставишь на учет, если в течение полугода там на нее какие-то какие-то запросы из России приходят, uh-huh. вешаются ограничения, то там сразу тебе сообщают, что на машине ограничения, вы снять ее, ну, типа снять ее там с учета или продать ее вы не можете. А копии ПТС у вас нету? Нету ПТС, к сожалению, копии. Ну вот тут просто по количеству владельцев видно, что именно эти кредитные следы заметали, потому что в 2017 году за 4 месяца она сменила 3 владельца сразу. Ну, знать, это все есть, все есть в открытом доступе, по ВИН-коду можно найти. Ну, я как-то не задумывался об этом. Цена была хорошая, я приехал, продавал, мне ее знакомый отдавал. Какая была цена? 1800? А? 800? Да не, нет? Меньше? Каких 8, конечно, меньше. Меньше там была цена у нее. На тот момент, по-моему, я ее брал за где-то в районе 8000 долларов. Я понял. Ну, в общем, такая история с машиной, и вот что с ней делать-то? Я не знаю, если честно, потому что, ну, реально не знаю, надо подумать, что с ней делать. Вот если, дадите мне бумагу, ну, что если, если что, то вы мне вернете деньги, то можно рассматривать. Ну, я понимаю, конечно, типа. Короче, я сейчас этот самый, я подумаю, что с ней делать, угу. А я позвоню знакомому своему, угу. который мне ее продавал. Интересует этот момент, мне интересен. Я понял. Ну, позвоните знакомому тогда. Да, потому что мне интересно самому. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Короче, вот такая вот история, сами все видите. Вроде в залоге, но вроде как год ездит. И, допустим, у нас, когда на подборе машина попадается, там проверяем, смотрим по всем этим базам, есть ли хоть малейший какой-то намек есть на то, что машина в залоге с какими-то ограничениями, зачем потом вот эти лишние проблемы кому-то? Может, она и будет ездить, и будет с ней все нормально. А может быть, будет, как в той истории, когда к нам пришли там Женя с Аленой и Opel, который они купили 2 года назад в Беларуси, и оказалось, что он в российском банке в залоге, и вот пришел спустя 2 года, пришел иск, и отбивались от банка и пытались забрать эту машину. Ну, слава богу, все выиграли, машина осталась. И вот тут такая же история. Есть иск, есть банк, залогодержатель, но машина год ездит спокойно по Беларуси. У владельца предыдущего, который там понабирал этих долгов на 1 000 000 рублей, тоже как бы у него там какие-то проблемы. Заберут эту машину, не заберут. В общем, наше дело было донести. Сегодня в Минске эта машина продается. Информацию мы вам всю показали. Готовы рискнуть? Пожалуйста. Не готовы, всегда можете найти этот автомобиль, позвонить владельцу, может быть, как-то договоритесь на какие-то расписки, я не знаю. Надеюсь, видео было полезное. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте нам поставить лайк. Меня зовут Женя, компания «Автогарант». Всем пока!